Руководителем Красноярской контрольно-счетной палаты Галиной Фазлеевой заинтересовались правоохранители. Прокуратура признала законным решение регионального ФСБ возбудить в отношении нее уголовное дело. Фазлееву подозревают в незаконном поощрении своих подчиненных. Она преподносила им ценные подарки в виде денежного вознаграждения. А по закону муниципальный служащий не имеет права этого делать. Как считает Федеральной службе безопасности, бюджету города был причинен урон в размере почти 400 тысяч рублей. Максимум, что может грозить Фазлеевой, это лишение свободы на 6 лет. Самая скромная санкция – штраф в размере 100 тысяч рублей. И сегодня Галина Фазлеева, которая сейчас находится в отпуске, по телефону прокомментировала эту ситуацию. Я очень сожалею, что все происходит это в моем отсутствии. Еще до моего отпуска, отъезда в отпуск, я и мои сотрудники оказывали всяческое содействие в разъяснении вопросов, которые возникали у правоохранительных органов. Считаю, что действовала я в соответствии с нормативными документами и очень надеюсь, что разбирательство по этому вопросу будет объективным.